Молодые детские писатели и их юные читатели. Чтобы встретиться с теми, для кого пишут, в республику приехали набирающие популярность авторы из Москвы и Уфы. В Чувашии в неосенних каникул открылся фестиваль детской книги. Косой, дай мне накатку с медом посмотреть. Вчера я спрятал свой медок, не ты ли на него раскрыл роток? Заинтересовать и увлечь с детьми по-другому никак. Современная детская литература должна соответствовать своему читателю. Кто-то говорит, что люди мало читают, но здесь вопрос не в этом. Надо просто интересно писать, и надо писать так, чтобы они хотели это читать. Моя книга «Не оставляй, мама», которая вот у вас на чувашском языке выходила, люди, когда читают, больше начинают ценить своих родителей, ценить своих близких. И вот я много писем получал, говорили, что после прочтения книги, например, взрослые люди усыновляли детей из детских домов. Приятно ведь, когда литература имеет воспитательные значения для людей. Книги башкирского писателя Айгиза Баймухаметова читают по всему миру. Повесть «Не оставляй меня, мама» перевели более чем на 50 языков. В Башкортостане и Кыргызстане она входит в школьную программу. Главный герой повести, круглый сирота Ильяс, попадает в детский дом. Он сталкивается с жестокостью работников детдома и воспитанников. Адресована книга взрослым и подросткам. Для этой же аудитории свои произведения пишет Нина Дашевская. Она, как и Майя Лазаренская, на чувашской земле впервые. У нас сегодня собралась очень большая аудитория. Очень много школьников, несмотря на каникулы. Есть даже группы детского садика, которые тоже пришли на встречу с московскими писателями. Но это говорит о том, что любят дети все-таки книгу, любят читать. И более того, мы хотим, чтобы в фестивале приняли участие не только читатели и писатели, а все те, кто вообще приобщается к изданию книги. Сегодня встречи провели в разных библиотеках столицы Чувашии. Завтра авторы детской литературы отправятся к читателям в районы республики. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.